Привет, дорогие девочки! Сегодня я это видео снимаю для вас. Я тут начала как бы каждый день вести типа дневника, чем я занимаюсь. Это мне помогает отвлекаться, не думать так, не переживать, не тосковать. Поэтому я как бы с вами разговариваю. Сейчас я решила замариновать вот такие крылышки. Не знаю, сколько тут у меня их штучек. 2, 4, 6, 8, что ли. Приготовить нам на ужин. Что-то думаю, дай-ка я сниму, что я тут делаю. Я положила сюда ложку томатной пасты. Большую ложку. И большую ложку меда. Мед начал сахариться, засахариваться. Сейчас заговариваюсь. И надо его размешать хорошо. Я уже не знаю, как изощриться, чтобы... эти курицу эту приготовить, уже по-всякому надоедать же. Вот я сейчас положу сюда 2 чайные ложки горчицы. Горчица такая ядреная, свежую купила вчера. Перемешаю все это. Так, что я еще сюда? Я опять снимаю на фотоаппарат. Кстати, видео, которое я снимала, сама монтировала, сама ставила, никаких надписей. Предыдущее, я имею в виду, там нет. Ну, я еще пока не умею это делать. Так, я наливаю соевый соус. Ну, примерно тут ложки 2, наверное, налила. Смотрю же в камеру, что у меня тут получается. Ладно, потом перемешаю. Смесь перцев я прям сюда посыплю. Тут остатки у меня остались. И сушеный чесночок. Что-то не почистила. Но я хочу, знаете, что сделать, приготовить? Я хочу приготовить картошечку, последняя там осталась у нас, и сверху положить вот эти крылышки, пока их замариновать, чтобы они замариновались, и сверху картошки выложить эти крылышки. Сейчас я вот этот вот соус этот смешаю, как бы соус, маринад свой, в чем я мариновать-то буду. И сюда еще курицу-то надо посолить. Солите по вкусу. Ну, видели, что я тут делаю. Да и я вас это и не учу особо. Сами все умеют. Единственное, что однообразие надоедает. Хочется чего-нибудь другого, разного. Поэтому иногда надо экспериментировать. И вот этим сейчас маринадиком своим я залью эту курицу. И еще я полью ее подсолнечным маслом. Без майонеза оно у меня будет. Ну, с маслицем. Сейчас перемешаю хорошо. Что тут у меня? Как раз часика полтора замаринуется. И я тут подоспею со своих работ. Собралась свеклу обрезать. Опять там у меня соседи задымили все. Ну, по-тихому, ну, дымят. Еще не разобралась, кто это. Ну, что теперь поделаешь? Раз каждый думает только о себе. Так, сейчас я масло налью. Принесла масло. Ну, не знаю, сколько так, на глазок. Так, раз, два. Неполезное у меня будет блюдо сегодня. Не совсем полезное. Сейчас еще хорошо перемешаю, отключу камеру. И закрою пленочкой. И пусть стоит. Вот так, девочки, я замариновала. Закрыла пленочкой и оставлю это часа на полтора. Сама пойду работать. Почему я опять обращаюсь к девочкам? Потому что я активности от мальчиков не вижу, никаких комментариев не вижу. Значит, меня смотрят только девочки. Поэтому я к вам и обращаюсь, девчули. Ну все, пошла я работать. А пусть у меня это все маринуется. Продолжаю я готовить картошку с крылышками.
Я очистила картофель. Вот так вот тоненько режу пластиночки вообще. Можно и, конечно, и так почистить, порезать, вернее, ножом. На дусточке как-то быстрее, мне кажется. Я взяла две луковки небольшие. Такой обалденный ужин будет у меня. Я уже говорила, что он будет неполезный. Для кого? Ну, для кого-то. Кому за 50? Нет, кому за 50, он полезный. Так, я вот прям в этой буду форме разравнивать, размешивать. Так, присолю немножечко картошку по вкусу. И вот у меня такая приправа для блюд. Для блюд из картофеля. Я вот посыплю приправкой. И что у меня еще? Представляете, у меня грибы есть. Вот они уже подготовленные. Это меня мама угостила. Они у меня замороженные были в холодильнике. Ой, в морозилке лежали. Думаю, достану. Вкуснотища такое будет у меня тут. Сейчас. Вот, и тут еще ни одной капли жира же у меня нет. И ни масла, ничего. И не... Так, наливаем чуть-чуть. Ой, я еще не полила. Вот, немножко совсем маслица. Сливочное сейчас еще положу. Не знаю, сколько тут. Грамм 80, наверное. Так, положу сверху, чтобы в картошку впиталась. Тут совсем сухая будет. У меня быстрый ужин пока. Так, что еще? Крылышки-то замариновались уже. Во всю, ой, в заливке в такой. Кисло-сладкая заливка такая. Так, крылышки я сверху кладу, прямо на картошечку. Не блюдо, а сказка. Сказочные крылышки, да, название? Крылышки в сказке. О, видите, как я умудрилась. Так, я еще хочу этой заливкой полить. А что бы не полить, да? А я что-то к вам задом повернула избушку. Так. Ой. Ну что, сейчас у меня духовка нагреется. Поставлю это все в духовку. И буду эту вкуснотищу печь минут 40 в духовке с конвектором. Тут фольга как бы ушная, как будто интересная. Я фольгой прикрою, потому что эти крылышки будут гореть. Сначала минут 30. Гореть в аду синим пламенем. Юрик, минут 30 буду под фольгой держать. А потом открою да зажарю их. Вот так. Сейчас разогретую духовку поставлю. И... будет классно. Классно. Давай. Ставлю в духовку. Давай. Ой, прошло у нас 30 минут. Ой, надо доставать. Так не смогу. О, горячее какое.
Ой-ой-ой. Что у меня здесь? Запах-то какой. Не говори, обалденный. Обалдеть. Просто. Ой. Шкурку сняла. Если фольги не было, они бы вот так запеклись. Блин, хочется попробовать. Естественно, попробуешь. А картошка-то готова, я ее тоненько порезала. Сейчас зажарим верхушечку. И будет, как вкусненько. То есть еще на сколько? Да минут 5-7 зажарила. Поехали. Вот что я и говорила, сейчас покажу. Вот они. Это медовая заливка. Вот так вот они выглядят. Зажариваются вот так. Вкусные очень-очень. Сейчас. Приехал я с работы, а тут моя женушка делает мне обалденные крылышки. С картошкой. С картошечкой. Сейчас мы попробуем. Правда, уже поздно, но тем не менее. Хочется неполезной пищи. Прямо аж страсть как хочется. Начнем с одного. А там посмотрим, как пойдет. Ну да. Тут еще и грибочки. Грибами, с картошкой. Обалдеть. Прям запах неимоверный. И помидорки. Я снимала теплицу вчера. Присоединяйтесь к нам. Показывала, как это... Какие помидорки у нас обалденно сладкие в теплице. А, представляете, уже к слову пришлось, расскажу. Уже покупатели на помидоры у меня нашлись. Говорит, там несколько человек. Нашего города. Да, спросили, говорит, ты продаешь помидоры? Говорит, мы у тебя хотим купить. Я говорю, ну сейчас, говорю, за 3 копейки помидоры продавать такие вкусные нет уж. Сама буду есть. Лопну, но с кем? Нет, это по шутке. Мне есть кому отдать помидоры. Да, мама, да. Там сынок. Там нет, сынок, внучка. Я только на обед даю, кладу вам пообедать помидорки. А так-то... Скоро к нам внучка приедет, я думаю. Да? Может, все-таки. Надеемся. Прям вообще будет хорошо. Ну, будем кушать. Ну, вот видите, сняла видео и уже разрекламировала свои помидоры. Ну что, нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Я не учила никого это готовить. Я просто поделилась нашим ужином. Как я ждала своего муженька с работы. Просто позавидуйте нам. Да чему завидовать-то, господи. Белой зависти. Картошки, что ли? Нифига тут такие явства королевские. Ладно, девочки, мальчики, всем пока. Будем кушать.